Сегодня к нам приезжают гости, и узнали мы об этом буквально только что. Отличный повод сообразить что-то вкусное из того, что есть в холодильнике. Пойду по сусекам поскребу. Анализ сусеков показал, у нас есть индейка и овощи. Индейку можно и просто пожарить, но хочется чего-то поинтереснее. Приготовим пряные фрикадельки и гарнир из болгарского перца. Сначала все нарежем. Приготовительный там завершен. Дело за малым, все это приготовить. Начнем с фрикаделек. Перемешиваем фарш с имбирем и специями. Разогреваем сковородку. Сначала на сковородке можно прогреть специи, так раскроется их аромат. У меня это кумин и кориандр. Фрикадельки нужно обжарить со всех сторон. Фрикадельки на салфетку, так масло стечет, и быстрее готовить гарнир. Лук обжарился, добавляем перец. Ложку сахара. И ложку рисового уксуса. Ну и, конечно, соль. Добавляем зелень, и гарнир готов. И немного зелени сверху. Блюдо готово, можно подавать на стол. Гости как раз пришли. Подробный рецепт под видео.